В Бендерах объявлен смотр-конкурс на лучшее оформление витрин и входных групп. Инициатором мероприятия выступает государственная администрация Бендер и приглашает к участию все хозяйствующие субъекты города, вне зависимости от формы собственности. Заявки нужно подать в срок до 20 декабря. Смотр-конкурс пройдет в два этапа – с 20 по 25 и с 25 по 29 декабря. В указанные дни экспертная комиссия рассмотрит заявки и оценит старания участников смотра-конкурса. Среди оценочных критериев – оригинальность светового оформления, новизна и целостность архитектурного и дизайнерского замысла. Приветствоваться будет использование инноваций и национального колорита края. Победители определят в нескольких номинациях – коммерческие предприятия, государственные и муниципальные предприятия, некоммерческие организации. В каждой номинации выделят три призовых места. Лучшие предприятия и организации наградят грамотами и ценными призами. Такой смотр-конкурс проводится с целью создания предпраздничной атмосферы. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Государственной администрации города Бендеры.